Queen's Globe Awards 2019 Дубаї – це суміш розкоші, краси та грації. Саме зараз ми дізнаємося, хто стане переможницею конкурсу краси Miss Globe Awards 2019 в Дубаях. Як вам вдається робити таку красу? Насправді це досить легко. Досить легко робити людей гарними, і мені приносить це величезне задоволення. Я дуже щаслива, що я стала партнером цього конкурсу. Тут неймовірно гарна атмосфера, надзвичайна кількість гарних дівчат. Дуже вдячна організатору, що запросили мене надати учасницям фінальні сукні на фінальний вихід, а також запросили бути членом журі. Бажаю всім дівчатам удачі. Тільки така вродлива та прекрасна жінка, як Інге, може робити таку красу. Yes, hello, my name is Inge Grandi and I'm from the jewelry company Altmann Grandi 1818 from Germany. Oh, it's more than 20 years that I'm now in the jewel business. I used to work in Italy for a very famous company. I don't want to name it right now. And yes, now I'm happy with my own company and with my partner. She's Russian, Tatiana. She's not with me here today, but I'm very happy to be here and to show my jewelry. She's wearing it and here I'm wearing something. So we love to be the woman more beautiful than they are. Because we love jewelry, we make dreams come true. Okay. Now I have to thank because that I am here with you, that you are wearing our jewelry, because this is the best present, and I always have to thank for that, for all the women wearing our jewelry. This is my best thing. Що ви побажаєте переможниці? Oh, the winner. For the winner, I wish that there will be another beautiful year for the winner. A lot of business, but at the end I want that they are lucky. That they are lucky and with all their heart, and that they enjoy the whole life after that they have won. I wish that she remembers this moment for the rest of her life, because it's a magical moment and the memories of life come down to magic moments. What can I say? Because she already said everything I wanted to say. Своїми відчуттями сьогоднішнього вечора, вашої побіди. Оль, під враженням, дуже, дуже рада, що журі вибрало саме мене представляти місіс Центральна Європа на такому масштабному конкурсі, як Міс Глоб Китаю 2019 року. Емоції переповнюю. Для мене це дуже неожиданна новость. Я, чесно, була в шокі, тому що я не думала, що я займу це місце. Тому, дівчонки, блін, верьте всегда в себя, потому что мечты всегда сбываются. И спасибо маме и папе большое за то, что они сделали такую красавицу, как меня, что меня вот выбрали. И я теперь просто, у меня даже нет эмоций. У меня есть эмоции, я не могу их передать слова. Видите, я в шоке. Прекрасно. Как можно еще ощущать себя со званием Гран-при Queen's Globe? Это очень приятно. Я надеюсь, что я буду достойной этого звания, этой короны, этого титула. Какими качествами должна обладать женщина, достойная звания королевы? Помимо внешней красоты, она, конечно же, должна обладать красотой внутренней.
Это однозначно, без этого никак. Потому что красивых девушек много, а вот чтобы и внешне, и внутренне обладать красотой, таких немного. Да, я на самом деле безумно счастлива, это огромная неожиданность для меня. Я безумно рада, и эмоции настолько переполняют. Я счастлива, спасибо большое конкурсу Queen Globe и организаторам, всей команде, Fashion TV. Я всех люблю, спасибо большое. Какие дальнейшие планы? Какие новые вершины и высоты ты собралась покорять? Делись с нами своими секретами. Я думаю, что я готова и дальше принимать участие в международных конкурсах красоты, потому что это невероятные эмоции, это адреналин. И сегодня, стоя на сцене, я получала такое наслаждение, я кайфовала искренне от всего происходящего. И я хочу еще, 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 теперь хочется еще больше. Эти ощущения очень сложно передать словами. Это изнутри, это такой фонтан эмоций. Это, ну, как бы и неожиданно, и в то же время я понимаю, что то, что я трудоголик, это наконец-то вот нашло свой выход, свою награду, потому что я очень много работала, очень тщательно готовилась. Все мои образы это созданы собственноручно, и поэтому я получила огромное удовольствие иметь честь представить свои работы на таком грандиозном шоу. Все-таки какими качествами должна обладать королева? Вот как ты считаешь, помимо твоего труда, что еще нужно было вложить, чтобы стать королевой? Потому что титул у тебя действительно серьезный, ты летишь в Китай, поэтому поделись еще своими мнениями. Я считаю, что самое главное, это что бы ты ни делал, делать с удовольствием. Вот самое главное, это получать удовольствие от того, что ты делаешь. Я действительно получаю огромное удовольствие от подготовки, от репетиции, от создания нарядов. Для меня сам процесс, это уже, ну, большой кайф, да, как бы говорить. И поэтому, да, я как дизайнер, да, для меня это вдвойне удовольствие было, поэтому вот самое главное – это все делать с удовольствием. Какие цели ты себе еще ставишь? Есть ли у тебя еще следующая титуловка, помимо Китая, какие-то… Ну, естественно, это, конечно, цель, да, цель на Китай, я буду еще тщательнее, да, готовиться, 100%, это мотивирует, это вдохновляет, это дает вот окружающие, мои подруги, они смотрят на меня, и это вот, да, тоже им дает какую-то вот силу, уверенность и мотивацию. Вот моя цель – это давать другим женщинам в мире мотивацию, то, что ни дети не помеха, ни замужество, ни там бизнес, да, надо всегда выглядеть достойно, красиво, с улыбкой нести себя по жизни. Очень рада была передать корону Елене. Она передается? Ну, передается символически, так как в прошлом году я завоевала этот прекрасный титул «Миссис Дубай», и в этом году познакомилась с такой чудесной женщиной, действительно достойной, представлять Дубай на международном уровне. Мы сделали такой прорыв, потому что в Арабских Эмиратах конкурс был привезен всего лишь 2 года назад, и вот Елена третья представительница, и теперь мы вместе летим в Китай и будем, естественно, сражаться за победу. А как же еще? Анжелика, поделись, пожалуйста, своими впечатлениями. Ты как организатор, я понимаю, как ты устала. И сегодня это уже самый счастливый момент точно за последние дни. Впечатления супер, потому что наконец-то все закончилось, наверное, до завтра. А завтра начинается новый день и новые, да, и новые свершения и работа. Потому что это работа, это конкурс красоты, это огромнейшая работа. Это подготовка, это старание, это неимоверный труд. И женщина, которая проходит через все это и не сходит с дистанции, как я говорю, девочки, держитесь, не садитесь с дистанции. Потому что усталость, чужая страна, какие-то эмоции отрицательные, кто-то что-то сказал, не так посмотрел, просто нет сил, не выспалась, могут привести к фиаско. Поэтому самое главное, что завтра будет новый день и новая работа. И мы поэтому, я от этого и счастлива, я этим живу. В этом вот мое второе, как бы, помимо семьи, мое второе призвание. Вы, девочки, вы большие молодцы, я вас обеих поздравляю, тебя с титулом, тебя с окончанием, с прекрасным окончанием прекрасного конкурса. А вы, наши дорогие зрители, оставайтесь всегда с Fashion TV. Мы любим Fashion TV! Ось і завершилась наша подорож до Дубаю. Я вкотре переконала, що краса врятує світ. Завжди залишайтесь з Fashion TV. Побачимось! Я об'являю всемирне
победительниц. Ukrainian Fashion, the national TV channel of a fashionable country.